столовой в железнодорожной части города требуется пекарь. Обращаться вы можете по телефону 8 912 122 25 51. В редакцию газеты «Волна» на время отпуска сотрудника требуется дизайнер. Возможно, дальнейшее трудоустройство. Знания программ Corel Draw, Photoshop. Резюме отправлять по электронному адресу. Волна@yandex.ru. Усинская буровая компания «Усинсгеонефть» принимает на работу бурильщиков и помощников бурильщиков. Справки по телефонам в городе Печоре 8 912 954 78 67 и 8 906 880 3105. Продается благоустроенный дом с земельным участком 15 соток. Во дворе дома капитальный теплый гараж на 2 автомобиля, баня и сарай. Дом на берегу реки, рядом сосновый парк, церковь, 2 детских садика, поликлиника, больничный городок, школа. Остановка, автобусы, магазины. Все в шаговой доступности. Подробности по телефону 8 912 105 23 94. Продадут или сдадут в аренду действующий магазин в центре города. Площадью 215 квадратных метров. Цена договорная. Обращаться вы можете по телефону 8 912 954 22 78. Приглашаем население муниципального района Печора принять участие в 37-й Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2019», которая состоится 10 февраля 2019 года. Место проведения соревнований – лесопарковая зона по улице Чехова. Начало регистрации участников состоится в 10 часов, торжественное открытие в 11:00, масс-старт в 11:15, старт на дистанцию 2 километра. Люди с инвалидностью – мужчины, женщины и юноши и девушки 2007 года рождения и младше. Старт участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Старт на дистанцию 5 километров девушки 2001-2006 года рождения и женщины 2000 года рождения и старше. Старт на дистанцию 10 километров юноши 2001-2006 года рождения и мужчины 2000 года рождения и старше в 11:45. Сдадут трехкомнатную квартиру в железнодорожной части города на длительный срок. Меблировано желательно организации. Цена 18 тысяч рублей в месяц плюс свет, интернет, кабельное телевидение. Подробности по телефону 8 912 128 38 96. 9 февраля в 18 часов в городском объединении «Досуг» состоится концертная программа группы «Фракция» «Рок-н-ролл для друзей». Цена билета 150 рублей, телефон кассы 727-85. Ограничение по возрасту 16+. Для работы вахтовым методом требуется машинист гусеничного крана КС-46-71 Юргинец, машинист бульдозера. С опытом работы обращаться вы можете по телефонам 769-22 и 772-12. Ищут хозяев для щенка-подростка «Мальчик». Найден в 5-м подъезде по адресу улица Булгакова, 18. Собачка домашняя, чистенькая. Звоните по телефону 476-44. Администрация муниципального района Печора уведомляет о приеме предложений от граждан и организаций о включении в программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Печора 2019-2024 годы. Наиболее посещаемые общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019-2024 годах. Сроки начала и окончания сбора предложений с 25 января 2019 года по 13 февраля 2019 года. Предложения принимаются в администрации муниципального района Печора в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по адресу город Печора, улица Ленинградская, 15, а также на электронную почту 712-17@mail.ru. Телефон для справок 821-42-747-44, добавочный 1050-1051-1052. К предложению заявитель вправе предложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых размещений на общественной территории, визуальное изображение, фото, видео, рисунки и так далее. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.